Боец из Мытищ с позывным «Фагот» ушел добровольцем в зону спецоперации больше года назад. Он служит минометчиком и выполняет важные задачи на передовой. Сейчас «Фагот» находится в отпуске, поэтому он не упустил возможности прийти на выездную администрацию и лично обратиться к главе округа Юлии Купецкой. Мы обратились к главе. Вот нам работала такая замечательная штука. Это адаптивная метеостанция. За более 1000 станций я сам не могу. Нам не отказали, помощь оказали. Очень приятно, что наша просьба выполняется. С помощью метеостанции огонь орудий бойцов станет точнее. Помимо гуманитарной помощи, на тематической встрече обсудили и другие меры социальной поддержки семей и участников СВО. Льготы, выплаты, оформление ипотеки, а также оказание психологической помощи. Всего жители задали более 20 вопросов. Встреча в подобном формате продолжится. Чтобы не пропустить выездные администрации, следите за анонсами на официальных ресурсах города и в наших социальных сетях. Алина Савыш, Первомытищинский.